Здорово всем, пацаны. Я, короче, с работки пришел только. Видать, проебался я на обычку, да? Ну, короче, я в РК посижу. Если что, шуманите. Сова и Рэд. А чё, в натуре сегодня будет две РСки? Ничто вас не защитит. Артас, я поклялся, что ты умрёшь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часов не последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей фонды. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру. Мне.
кончится, так и не начавшись, никто не смеет входить в обитель господина. Уже прибежал. Бежит. Я есть на замене, пацаны. Нахуй кикайте его. Малышка, беги! Да ну, выполните. Беги, малышка, беги!
Границ. Ничто не может сломить тот, его. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже сейчас я попробую. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Не Донована, не убивайте. Бабочки. Ты не в силах противиться моей воле. На все воля господина. Красиво, лута нету, нету.
благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Это Богош, храбрые воины. Солдат Альянсу тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам! Эй, как дела? Распляньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар! Оркрон, взлетаем! Видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Ты скоро пойдем! Пехота! Сержанты! Ой! И все-таки! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Окта! Коркра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Лет только что! Присоединись ко мне, отец! Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети
и во славу короля Лича. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его Дранош. На Орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Это Войт. Я, короче, в АФК прыгну, музяку послушаю. Куда зайдешь, позовешь еще. Добро? Да. Пользоваться этим предметом, мне надо его надеть или взять.
Но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. На Синдру, говорю, пошли. Да, брат, я здесь. Конечно, сейчас ворвусь. Хватит, хватит. Учителем маму. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление.
Восстаньте, чемпионы Серебряного Авангарда, и служите Королевичу! Я отвлеку ее на себя! Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней! Нападай, гроза плеть! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! А я, короче, это, на протопала паролю, ага. Ой, да можно вопрос? А по поводу осколка, что, тут буги есть? А я его выше, брат. Я теперь забираю. Ну, вроде, а есть ДК, который? Сейчас, вроде, да. Да, да. Нет, это он. Сейчас, короче, посмотрел точно выше. Я 130, он 131. В общем, так вот. Я чё бафаю? Каски. Да, Барон. Не, у меня этот ноутбук. Да, все верно. Есть. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения.
мои раны. Да я огненный, но побежал убить, а у меня бакс обнутует, я заразился. Что за хуйня с порталами, блядь? Перед ебальником три штуки собрали. Походу я просто не видел, где он лежал. Пал далеко зашел. Изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. Я излечилась! Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями! На успех как? Можно нидить, и если, например, холипалу надо, то я отдаю ему, да? Или как? Да, все понял. Yes.
взрываться к Синдрагосе! Скорей! Остановите их! Пока трэш, поговорим. Ну, как дела? Нафиг. Себя огонь, да, стой? Ну, такая же ты. На работе чё как? Поварные искусства удаются? А ты где? В какой конторе трудишься? Нет, нет, не знаю. Да не, я же просто в Берске вообще не учился. Помню такую. Ну чё, какой-то... Кто, блядь, японская кухня или чё? А к немецкой кухне что относится? Не знаю, всякие сосиски попадаются. Круто, круто, я бы похавал. Все пытается и пытается этот трэш согреть, но не получается. Я, короче, расскажу историю. Учился я по молодости на повара в Академгородке, которая шарага 55-я, понял? Не понял, про какое говорю. Ну и все, короче, у нас там практика была в нашей же столовой. Ну, мы с пацаном такие, пах-пах, спортики еще те заряженные. На всех похуй, короче, котлеты лепим. Там фарш что кого сделали. Делаем, короче, фарш через эту большую мясорубку. Ну и, короче, а мы Насик кумарили. И все. Насик надо сплевываться, иди в ванну. Мы прям, короче, в этот бачок с фаршем. Хлоп, нахуй. Потом котлеты лепить, короче, и кормить их всех остальных. Вот это было жестко. Наверное, аппетит был жесткий. Ну вот ты сейчас сказал то, что типа ты знаешь, как сосиски делают. Там поди такая же история, да? Да, так-то, да. Ha 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 ha!
Месть, месть. Да, конечно, конечно, нельзя. Я в той ситуации не было, когда вот я такой хуйней страдал, мне было 16 лет. Ну, сейчас вот мне, что по годам, 23, я бы такой, когда бы такое сделал. Почти. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра норм. Тотем убери, шаман. Тотем уберите, блин. Трепещите! Не кого-то, еще кого-нибудь. Ну стоит кастует, блять, у кого-то. Тотемы. Ну, даже...
зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Беги, малышка, беги! Трепещите, удел смертных! Теперь бессильно! Здесь ваше вторжение и окончится! Никто не уцелеет! Больше заморозилось. Yes. Беги! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия! Поднимаю, захилите. Беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? А теперь почувствуйте всю мощь господина! И погрузитесь в отчаяние!
малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает, трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Беги! Шибни! Отличная ладонь смерти сжимает сердце! Наконец-то свободно!